Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире я, Наталья Правдина, в передаче «Все будет хорошо», где я отвечаю на ваши вопросы. Мне не везет с противоположным полом. Я притягиваю к себе слабых и лицемерных мужчин. У меня возникают мысли, что я обречена на это всю жизнь. Скажите, можно ли жизнь прожить без мужчин? Здравствуйте! Вы затронули очень важный вопрос, очень глубокий. И ответ на него может занять часов 6, если вас это устроит, а может быть и 8 часов. Но я не знаю, отвечу ли я и выскажу ли я все, что по этому поводу думаю. Поэтому я постараюсь быть очень краткой, да, и просто привести вам такой пример. Буквально, ну, не так давно, примерно месяц назад, я смотрела интервью, по-моему, Первому каналу. Владимир Познер брал интервью у умнейшей, просто умнейшей женщины, которая на сегодняшний день является супругой Чубайса. То есть, ну, вы понимаете, уровень очень высокий. Первый канал, Познер и так далее. И вот я просто не поверила своим ушам, когда вот эта действительно, ну, очень процветающая, невероятно одаренная, талантливая дама, она говорила такие вещи, что современные мужчины, сори, никого не хочу обидеть, это не я говорю, да, действительно очень слабы, инфантильны, лицемерны, истеричны, и, собственно говоря, они далеко не украшают жизнь женщины. Особенно, если женщина умна. Вы знаете, это, конечно, круто было сказано. Я могу сказать, что я, пожалуй, не осмелюсь такое даже сказать, да, поскольку все-таки я мужчин люблю и, в общем, их уважаю. И так вот сказать такие вот слова, наверное, это, ну, в общем-то, у человека определенный опыт ее к этому приводит. Я понимаю. Тем не менее, конечно же, доля правды в этом есть. Доля правды в этом есть. Я не знаю, чем это вызвано. Экологией ли, психологией ли, воспитанием ли. Но действительно, как мы видим, количество сильных, уверенных в себе, энергичных, процветающих женщин растет, а количество аналогичных мужчин уменьшается. То есть это правда жизни, я не хочу вас обманывать, действительно, это вот беда нашего времени, это бич нашего времени. Мы все мечтаем о таких мачо, понимаете, которые мало того, что они мачо, так они еще и богатые, они еще и процветающие, они еще и сильные, готовые подставить плечо. Я на самом деле вот просто делюсь с вами, я когда смотрю там какие-то старые фильмы, я думаю, боже мой, вот тот идеал мужчины, который вот всегда там был в кинематографе, там, в книгах, он вообще куда-то исчез. То есть на самом деле вот сейчас мужчины действительно очень эгоистичны, очень рассчитывают на поддержку женщин. То есть я не хочу кривить душой, это действительно так. Что с этим делать? Давайте думать вместе. То есть у меня нет каких-то вот прямо клише готовых ответов, да, потому что я вам всегда говорю, что как заработать деньги, это проще, чем выстраивать личные отношения. Это опять-таки даже вот основа фэншуй в этом, что привлечь деньги легче, чем привлечь любовь. Почему? Потому что, в принципе, деньги, успех – это твои взаимоотношения со Вселенной, это чисто твоя карма, ты вот делаешь все правильно, тебе идет поток удачи, успеха и процветания. Что касается любви, здесь сложнее, потому что идет взаимодействие карм, по крайней мере, многих-многих поколений даже, не только вашего личного, да, вот опыта и вашей личной кармы, но и поколения вашей семьи, то есть тут очень много наслаивается всего, да. Поэтому, моя дорогая, я вот, к сожалению, вы не написали, как вас зовут, не думайте, что это прямо вот только вы привлекаете таких мужчин, просто таких мужчин больше. Я постоянно читаю всевозможные социологические опросы, да, там вот реально пишут о том, что сейчас даже вот от молодых до там 80-летних буквально мужчин все мечтают встретить богатую, успешную женщину с фигурой модели, желательно не старше 25 лет. Причем, чтобы она была еще наследницей там нефтяной какой-то вышки или и так далее. То есть, ну вот,
Что с этим делать? Либо смириться и понимать, что вот это так, да, либо, как вы пишете, вообще жить без мужчин, ну, наверное, это было бы неправильно, потому что если мы будем вообще жить без мужчин, да, я как просто вот человек, интересующийся ведической наукой, ведическим знанием, могу сказать, что если мы будем жить вообще без мужчин, то мы не реализуем себя как женщины, да, все равно нам нужно с ними общаться. Если мы не реализуем себя как женщины, то в следующей жизни у нас опять будут эти проблемы. То есть в любом случае надо выбирать какой-то лучший вариант. Да? Естественно, смотреть, либо воспитывать уже по ходу, хотя могу сказать, что это, как правило, не работает. Думайте глобально, смотрите глобально. Вот, может быть, это звучит как-то не очень так по-фейски, но более-менее практично. Я вам говорю, что в мире огромное количество мужчин, гигантское, невероятное количество мужчин. Не надо зацикливаться на только отдельно взятом городе или отдельно взятой стране. Думайте глобально. Я всегда говорю, друзья мои, огромное количество мужчин живет в Швеции, огромное количество мужчин живет в Австралии, невостребованных, прекрасных, потрясающих мужчин, там реально их больше. Обратите свой взор на эти страны, учите языки, пусть это будет стимулом для вас, да? Вот таким вот образом. Ну и самое главное, никогда не теряйте оптимизма. Знаете, как писал Омар Хайям, ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Это не грустно, это нормально. Это нормально. На сегодняшний день, к сожалению, это нормально. У нас общество, которое вообще, в принципе, я не беру отдельно взятую страну, вообще глобально общество больно. Это мое такое мнение, да, вот у нас просто глобально больное общество на планете Земля, и поэтому все наши вот эти стереотипы о том, что мужчина это должен быть такой вот сильный, накачанный, такая вот действительно поддержка и так далее, наверное, сегодня не работает. И я не знаю, почему это не наша вина, это наша беда, и, в общем, надо выходить из этой ситуации красиво, желательно с хорошим настроением. Конечно же, это не значит, что вы должны жить без мужчин. Ни в коем случае. Мужчины – это замечательные ребята, я их очень люблю. У меня огромное количество друзей мужчин. И вообще, как бы я люблю мужчин, мужчины любят меня. Да? Просто не надо от них ожидать того, вот, наверное, знаете, не надо от них ожидать того, чего они не могут дать. Вот если вот так подходить к этому вопросу, вот просто не ждать от того, чего они не могут дать для вас, не ждать. И тогда вам станет легче. И тогда вам станет легче, да, потому что действительно, мне кажется, основная ошибка всех женщин, я об этом не первый раз уже говорю, потому что они ждут от мужчины функции Бога. Вот придет мужчина и все решит. Нет, он принесет свои проблемы. Вы понимаете, проблем станет больше. Вопрос, хотите ли вы этим заниматься, хотите ли вы это решать? Если да, значит, у вас есть любовь, у вас есть отношения, у вас есть доверие, и слава Богу, потому что семья, взаимоотношения – это всегда море терпения, море взаимных уступок, огромный труд. Можете продолжать сами, да, то есть это не райские кущи. Но что зато? Зато появляются дети, а вот это же великое счастье. Поэтому давайте вот принимать жизнь такой, какая она есть, и очень сильно по этому поводу не печалиться. Я желаю вам удачи в любви. У меня стали сложными отношения с любимым человеком. Как возобновить и улучшить отношения? Он стал закрытым для меня, не рассказывает, что происходит с ним, обманывает меня, чувствую что-то не то. Какой ритуал провести или какая мантра мне поможет? Благодарю за ответ. Спасибо вам за ваш вопрос по улучшению отношений с любимым человеком. Знаете, хотела бы я действительно вот любую беду руками, что называется, развести, помочь вам в этом. Вот искренне хочу, честное слово. Единственное, что могу вам сказать, когда мужчина замыкается в себе, когда он не говорит вам, что вы хотите от него услышать, возможно, у него есть для этого причины,
Возможно, у него есть для этого причины. Может быть, у него что-то по работе там, да, а он настолько, опять же, привык к тому, что ему с детства говорили, что вот ты мужчина, ты мальчик, ты не должен плакать, ты не должен жаловаться. Возможно, у него действительно какие-то проблемы по работе, он просто не хочет показаться вам, в ваших глазах, слабым. Мужчина не любит делиться своими проблемами, да, именно потому, что его с детства воспитали в таком ключе, что мальчик, мужчина не должен быть слабым. То есть, может быть, это такая ситуация, и просто время поможет вам с этим справиться. Если же ваше сердце вам подсказывает совсем другую ситуацию, что он там тайно с кем-то встречается, в принципе, конечно, женщины это всегда чувствуют. Что могу сказать, да, вот чисто вот так вот по-женски, по-сестрински, что ли. У вас два пути. Либо скандалить, истерить, следить за ним, проверять смс-ки. Но этот путь ведет к разрыву. Второй путь – быть более мудрой и переждать этот момент. Причем ждать можно и там 3 месяца, 5 месяцев, год. Посмотрите, да, потому что, не знаю, мне кажется, мудрая женщина, она вот не идет с открытым забралом, извините, на амбразуры, да, не надо лезть на рожон. Если в целом муж вас устраивает, если в целом у вас хорошие отношения, ну, бывает, все бывает в жизни, да, умейте прощать на самом деле. И, опять же, я не знаю, сколько вы живете со своим мужем. Я не знаю, сколько, какая у вас история, да, может быть, вы молодожены, может быть, вы уже там 7 лет, 10 лет, 15 лет вместе. Вы не указали это в своем письме, да, потому что для каждого периода времени есть свои ответы в этом плане. Но что могу сказать, да, не надо воспринимать это как трагедию. В конце концов, мужчина, он тоже человек, у него есть право на некую вот свободу чувств, отношений по отношению даже к самому себе. Не надо стараться все контролировать, не надо стараться давлеть над ним. Вот это вот, наверное, то, что очень многих мужчин раздражает. Да? Будьте мягки, будьте нежны, целуйте его, показывайте, как вы его любите. Если вы увидите отторжение, вот тут, конечно, это уже, ну, такой момент, чтобы насторожиться. И вы спрашиваете меня, какую мантру читать? Друзья мои, лучше всего мантра для Тары. Тара – это богиня, которая помогает именно в личных отношениях. И поэтому я много раз уже советовала, что вот если есть какие-то проблемы в личных отношениях, можно даже так сказать, я лично с этой проблемой справиться не могу, я отдаю эту проблему Таре. И можете сказать «Ом Таре Ту Таре Ту Расуха» по 108 раз «Ом Таре Ту Таре Ту Расуха», «Ом Таре Ту Таре Ту Расуха». Можете вот просто вот реально обратиться к Таре и сказать: «Тара, пожалуйста, помоги мне наладить отношения с моим любимым человеком». Дай Бог, чтобы вам помогло. Но самое главное, еще раз напоминаю вам, всегда сохраняйте хорошее настроение. Потому что, да, отношения с любимым очень важны, но это не то, что в принципе должно влиять на ваше счастье. Да? Ваше счастье – это ваше внутреннее состояние. И старайтесь им делиться, а не позволять другому человеку свои проблемы перекладывать на вас и мешать вашему состоянию счастья. Опять-таки, еще раз продолжаю, да, напоминаю, продолжайте его любить, продолжайте относиться к нему с нежностью, не замыкайтесь в ответ. Может быть, это сложно, но кто сказал, что будет легко? Я желаю вам удачи, счастья, процветания. С любовью. У меня есть мечта, но она не совсем зависит от моих действий. Я мечтаю о мужчине, которого вижу в своем сердце. Хочу встретить такого в жизни. Может быть, такой мужчина существует, потому что сердце меня не обманывает. Как исполнить свою мечту о любви? Дайте какой-нибудь уникальный рецепт. Вы ведь фея. Я верю, что ваш совет мне поможет. Мелисса. Здравствуйте, Мелисса, благодарю вас за ваш вопрос. И тут же хочу вам сказать, что на самом деле кое-что и зависит от вас, потому что вы можете создать карту сокровищ. Вы знаете, у меня, ну, была масса примеров того, как вот с помощью карты сокровищ
люди обретали именно тот идеал, к которому они стремились. Может быть, ваше сердце действительно подсказывает вам, что он есть, он существует в природе. И вот как раз карта сокровищ поможет вам справиться с этой задачей. Тем более сейчас предновогоднее время, время чудес, время загадывания желаний, время исполнения каких-то надежд и так далее, и так далее. Пожалуйста, что я вам рекомендую? Сделайте новую карту сокровищ на 2015 год. Поместите в правый верхний угол фотографию, вашего идеала. Или, может быть, если вы не знаете, как он точно выглядит, хотя бы примерно. Там какой-то голливудский актер, да, который напоминает вам мужчину вашей мечты. И свою фотографию рядом обязательно, чтобы вы были вдвоем. Можете там даже 3 грамму кунь пририсовать. Это 3 прерывистых линии. Пусть 3 грамма кунь поможет вашей мечте сбыться. Это то, что я могу реально подсказать вам. А если сердце вам говорит о том, что такой мужчина существует, значит, все прекрасно, значит, нужно активизировать юго-западный сектор, нужно максимально активизировать свое направление гармонии в браке. В моих книгах, посвященных фэн-шуй, вы всегда найдете эту таблицу, которая поможет вам рассчитать ваше число Гуа, узнать, какое направление ваше благоприятное по отношениям по браку, и вы можете спать, есть, работать в этом направлении. И верьте, действительно, ваша любовь может оказаться реальной. Ваше чувство может вас совсем даже подталкивать к этому. Я верю, что это так. Удачи вам! Мой муж охотник. У нас в квартире стоит сейф, но не с деньгами, а с ружьем. Как защититься от этого? Мужа переубедить невозможно. По фэншую убивать животных нельзя. Мне еще приходится готовить из них и кормить всю семью. Разъясните, пожалуйста, эту ситуацию. Меня это мучает. Спасибо, Ольга. Дорогая Ольга Сырьева, я реально вам очень-очень сочувствую, просто по-человечески, потому что, если честно, я бы, наверное, я не знаю, как бы я справилась сама с этой ситуацией. Надо находить выход. Значит, прежде всего, я прекрасно понимаю, Ольга, и все те, кто нас слушает, что переубедить мужа охотника невозможно. Для него это развлечение, для него это снятие стресса. Ему очень неприятно, когда жена, вооруженная книжкой по фэн-шуй, пытается ему что-то внедрить в его голову, в котором совершенно другие идеи, мысли и понимание о счастье. Что делать? Естественно, принимать жизнь такой, какова она есть. По возможности, если у вас есть такая возможность, не ешьте это мясо, потому что это именно то, что действительно ухудшает карму. Человек пошел, он конкретно убил этого животного, и он его ест и вас заставляет готовить. Это тяжелый вопрос. Не могу сказать, что это прямо легкий такой вопрос, это вопрос тяжелый, да? По возможности не ешьте это мясо, но если даже вас муж заставляет, когда на чаше весов, взвешиваются отношения с мужем, надо полагать, любимым и так далее, и вашей кармы, надо находить какой-то компромисс. Что могу сказать, есть мантра, которая позволяет вам благословлять, скажем так, души этих убитых животных. Это серьезно на самом деле, чтобы тяжесть убийства не ложилась на вас, на того человека. То есть в любом случае за мужа вы уже не можете ничего сделать, это его выбор. Как бы мы ни хотели, мы не можем переложить свои знания и свое понимание вещей на близких нам людей. Невозможно. Почти невозможно, да? Что вы можете сделать для себя? По крайней мере, дорогая моя, когда вы готовите эту, вы мне написали, что вам приходится из этой дичи, из этих убитых животных готовить пищу. Прямо скажу, далеко не радостный момент. Но что вы можете делать? Вы можете читать мантру Будды медицины. Звучит она так. Дадзята ом бихканзе, бихканзе, маха бихканзе, бихканзе, радзе самадгаты суха. Если мужа это раздражает, читайте про себя. Но читайте.
Потому что, когда вы читаете эту мантру, что происходит, да? Вы молитесь о том, чтобы душа вот этих убитых животных, да, их тонкое тело, чтобы она не наказывала вашего мужа, чтобы она не наказывала вас, потому что, ну, реально есть эти вещи, они происходят. Поэтому вот тот совет, который могу вам дать, это читать мантру Будди медицины и просить о том, чтобы это мясо, которое вы готовите после охоты, было очищено от кармы. И таким образом, хотя бы на какой-то кусочек вы действительно свою карму улучшите. И я очень верю, что вы прислушаетесь к моему совету и это сделаете. Самое главное, старайтесь не скандалить с мужем. Просто, ну вот, что делать? Вот у вас получилось так, да? Если вдруг он когда-нибудь, может быть, в будущем, задумается об этом, да? Можете ему рассказать. А сейчас пока я чувствую рано, если он даже слышать об этом не хочет. Но вот для вас также могу вам сказать, что знания, ведические знания нам подсказывают, что когда охотник, он как бы, ну, в любом случае жизненный путь когда-то заканчивается, да, когда он переходит в другое состояние, переходит в иной мир, то души тех животных, которых он убил, они собираются, начинают свидетельствовать против него, что он говорит, да, он меня убил. Понимаете, это, конечно, не позитивный момент. Позитивный момент в том, что вы уже сегодня, начиная с сегодняшнего дня, можете читать мантру Будды медицины, в то время, когда вы общаетесь непосредственно с этими вот убиенными животными. Вот то, что я могу вам посоветовать. И самое главное, не унывайте, делайте все правильно, читайте книги, читайте мантры и, ну вот, принимайте жизнь так, как она есть, но старайтесь ее улучшить. Спасибо.